Красноярске задержан один из владельцев дома, где при взрыве газа погибли два человека. Его подозревают в мошенничестве. По предварительной версии следствия, 5 лет назад мужчина купил треть доли в праве собственности на земельный участок, а также на недостроенное здание на улице Кандагарской. По документам, это был 2-этажный 5-комнатный коттедж с гаражом, мастерской и подвалом. На деле же и безо всякого разрешения появился многоквартирный жилой дом. Еще 3 года назад Центральный районный суд Красноярска обязал владельца снести самовольную постройку, но это не помешало мужчине продавать в ней квартиры. В июне 2017 года владелец помещения, руководствуясь корыстными мотивами и стремлением к наживе, преследуя цель быстрого и легкого обогащения, предложил жительнице Иркутской области приобрести одну из комнат в жилом помещении за 890 тысяч рублей. Женщина, неосведомленная о его намерениях, согласилась с его предложением и передала ему в течение 8 месяцев 890 тысяч рублей. После чего владелец заключил с ней договор купли-продажи о приобретении у него 1/30 доли в праве общей долевой собственности на жилой дом. С целью избежания нотариального удостоверения сделки, что могло помешать реализации его преступного умысла, подозреваемый поставил датой заключения договора купли-продажи 28 декабря 2015 года.